Всем привет! Вы у меня на канале «Прогулки на пенсии». Мы с вами снова гуляем с того места, где закончили прогулку в прошлый раз, у Комиссариатского моста. Потому что мы гуляем с вами по слободам, которые когда-то назывались садовниками, на острове между Москвой рекой и водоотводным каналом. В прошлый раз мы ходили с вами по переулочку, названному Садовническим. А сегодня будем гулять по мосту, названному тоже Садовническим. Правда, мост этот появился совсем недавно, но у него тоже интересная история. Ну вот мы стоим с вами как раз на мосту, и перед нами водоотводный канал. Вот он. Уточки, смотрю, часть заледенела, часть свободная. Там вот плавают уточки. Вот такой водоотводный канал. За ним остров, который не имеет никакого имени, иногда называется безымянным, иногда называется золотым. Но мы с вами сегодня гуляем вот в этих местах. Стоим мы на Комиссариатском мосту. Что это за мост, мы еще вернемся, и почему он так называется, тоже поговорим об этом. Но сегодня у нас другая история. Мы будем говорить вон о том мосте, который на горизонте. Вот именно это мы и будем с вами смотреть. Если найти старые фотографии, то это место когда-то называлось болотом и иногда канавой. И действительно, место было непримечательное, а теперь вот такая красота. Особенно летом, если будете гулять здесь, вдоль набережной пройтись. Здорово. Мы тоже с вами пойдем сейчас вдоль набережной, будем смотреть на противоположную набережную, которая называется Садовнической. Перейдем дорожку. Сюда и сюда. И еще раз перейдем, чтобы пройтись вдоль водоотводного канала. Пока будем идти, вспомним про этот канал, когда он появился, и самое главное, почему. Да, с этой стороны никаких уточек, лед лежит, и неудивительно, очень холодно у нас. Спустимся под горочку. Приятно здесь идти. Отличная широкая дорожка. Кстати, сухо сегодня, не скользит. Здорово. Да и плитка здесь не скользкая. Хотя я бы положила немножечко другую, более шершавую. Ну, примерно вот такую, чтобы она вообще не скользила. Потому что если дождь или минус один, или как сегодня ноль, то, конечно. Ну что, про водоотводный канал давайте сначала. Начало возведения этого канала 1783 год. И первоначально существовал план возведения особого порта между Москвой рекой и старицей. Москвы реки всегда весной были разливы, все это подтоплялось. Не случайно эта местность и называлась болотом. Долго это болото или маленькие озерца сохранялись и мешали проезду и провозу. И вот именно здесь решено было воздвигнуть зерновой порт на острове между Москвой рекой и водоотводным каналом. Это было бы место таких складов хлебных.
Но до этого дело так и не дошло, потому что в 1780 году случилось наводнение, и большой каменный мост обрушился. Три пролета этого моста были снесены. Погибли люди. Как написано в донесении, рыбак под мостом, рыбачивший, две женщины, полоскавшие белье, и человек, который был в это время на мосту, погибли. Так вот, решено было каменный мост отремонтировать, а воду нужно было куда-то отвезти. Вот так и возник вот этот водоотводный канал. Смотрите, если вы хотите полюбоваться на противоположную сторону, можно сесть вот на эти высокие стульчики. И вот так вот, усевшись, посмотреть, что вас ожидает и что перед вашими глазами. Мы обязательно с вами походим тоже по противоположной стороне набережной, которая называется тоже Садовнической. Я расскажу вам о домах, которые на противоположной стороне. Но когда водоотводный канал был построен, то вот эта часть была неприглядная, потому что параллельно Садовнической набережной, там вот в глубине за теми зданиями, есть Садовническая улица. Вот там была парадная часть. А сюда выходили огороды. Поэтому здесь, в этой части, были построены какие-то фабрики, заводики. Ничего красивенького здесь не было. Это сейчас мы можем наблюдать вот такую красоту, гулять, снимать, восхищаться. Вся эта часть очень большая, долгое время была не заселена, была не жилой. И в 90-е годы, когда начались вот эти вот захваты, вот эта часть стала превращаться в лофты, ее потихонечку всю распродали, здесь стали строиться торговые офисы, или вернее, офисы для работы и так далее. Ну и начали появляться, естественно, и жилые какие-то кварталы. Но об этом в следующий раз. А сегодня мы с вами идем к мосту, который на горизонте перекинул свою арку с одного берега на другую часть берега водоотводного канала. И называется этот мост Садовническим. И если мы гуляем по Москве, очень часто мы смотрим историческую часть города, по которой я очень скучаю, и остатки которой вот-вот исчезнут, и хочется это как-то запечатлеть. Поэтому обычно мы гуляем, чтобы узнать что-то о истории страны древней. А вот этот мост, он появился совсем недавно. Да он ровесник почти мой. В 63-м году. В 1963 году. Но история у этого мостика тоже примечательная. Это история о людях, которые его строили. Можно было построить обыкновенный мост, плоский, перекинув его с одной части на другую, этот мост ничем не был бы примечателен. Но вот этот мост, мне кажется, это история о том, или о людях, которые делали свою работу не просто хорошо, а с душой. Потому что этот мост сделан путем сборки, то есть по частям. И если заглянуть в Википедию, Садовнический мост, вы прочтете, что бригадир, который отвечал за работу, за постройку этого сооружения, описывает как трудные периоды своей жизни именно момент возведения этого моста. Потому что он, видите, в виде арки, и нужно было несколько частей подогнать и собрать так, чтобы эта арка вот была такой фигурной. В этом-то и была вся сложность. Но когда этот мост был построен, москвичи остались благодарны
строителям и до сих пор благодарны, потому что этот мостик стал украшением нашего города. Очень редко бывает, чтобы что-то такое новое, какой-то новострой стал украшением. А вот этот мостик стал, и мы этому очень рады. На водоотводном канале несколько мостов. Вот мы с вами как раз гуляем между большим каменным мостом и комиссариатским, на котором мы вышли из трамвайчика. И посерединочке на этом маленьком участке находится вот этот вот горбатенький мостик в виде арки. Он и называется садовническим. Покрасить его бы и побелить, и тогда бы он светлый солнечный день летом или весной сверкал и сиял. Я думаю, до этого тоже дойдет. Но на этом водоотводном канале всего 11 мостов. И у меня тоже появилась мысль как-нибудь снять про каждый мостик какой-то маленький сюжетик. Среди этих 11 целых 5, то есть почти половина, пешеходные мостики. Не случайно вот мы с вами идем сейчас по набережной, а мы идем с вами по Овчинниковской набережной, а напротив нас Садовническая набережная. Так вот, идя по этой набережной, наверное, вы заметили, сколько разнообразных лавочек, стульчиков, скамеечек, отдельно стоящих кресел появилось у нас именно здесь. И сама эта набережная недавно отреставрированная. Вот вы видите это по деревцам, которые здесь высажены, липкие, молодые. Конечно, здорово. У нас климат не позволяет наслаждаться круглый год погодой, сидя на вот таких вот железных лавках, например, да, или креслах. Но, как бы то ни было, теплые деньки у нас бывают. И поэтому посидеть, подышать, посмотреть на всю эту красоту приятно. Поэтому тем, кто все это устроил, огромное спасибо. Огромное. Таких мест в городе должно быть очень много. Особенно в таком городе, как Москва. Туристическом городе. А мы с вами дошли незаметно вот до этого Садовнического моста. Он стал знаменитым после выхода фильма в 1970 году. То есть через 10 лет после того, как он был построен, появился фильм «Тайна железной двери». Вспоминайте, особенно те, кто со мной примерно одного возраста. Это история о мальчике, который нашел коробок спичек. Но спички были не обыкновенные, а волшебные. Переломив спичку и загадав желание, ты получал то, что пожелал. За этим мальчиком постоянно ходил робот, балбес, может быть, вспомните. И злой волшебник в виде мальчика злого, вот этот вот как раз волшебник злой, следил за обыкновенным школьником, у которого был этот коробок со спичками, и записывал все его плохие и хорошие дела. Вот один из фрагментов фильма, это как раз злой волшебник, мальчик стоит наверху и записывает все поступки похитителя волшебных спичек. А вот по этой набережной, по которой мы с вами идем как раз, то ли на этой стороне, то ли на противоположной, я вам не скажу, бегут мальчишки, у одного из которых вот этот коробок с волшебными спичками. Мальчишки ссорятся, и как раз эта съемка была сделана именно здесь. Поэтому мост прославился и был запечатлен в фильме. А мы с вами поднимемся на этот мостик, посмотрим на водоотводный канал, поблагодарим строителей еще раз за то, что они нам подарили такую красоту. Ну, идемте. Очень хороший вид сверху, поэтому многие гости так его и любят, этот мостик, чтобы сделать симпатичные снимки, увидеть с высоты наш город. Так, ну вот, ура! Мы добрались своими ногами, слава богу. Вот так выглядит
место, откуда мы с вами шли, от Комиссариатского моста. А вот большой каменный мост. Видите на горизонте здание Мордора, наверное, да? Не очень я люблю все это. Я люблю свой город. И мне хочется, чтобы побольше сохранялось в нем исторических старых зданий, конечно. Ну что, друзья мои, на этом давайте нашу небольшую прогулку завершим. Мы сегодня были с вами на Садовническом мосту, гуляли по Овчинниковской набережной, увидели часть Садовнической набережной, и в следующий раз обязательно сделаем прогулку по Садовнической набережной, посмотрим на дома и здания, которые стоят на этой набережной. Ну, а потом запланируем прогулку и по Садовнической улице, которая находится параллельно Садовнической набережной. То есть я подумала, что интересно, наверное, будет именно погулять по старым слободам. А их здесь было целых три, которые когда-то назывались садовническими. Желаю всем бодрости духа, здоровья, всего вам доброго и увидимся!